На работу как на праздник. Такое возможно, если профессия – это призвание. Многие из нас хорошо помнят культовую музыкальную комедию 70-х «Усатый нянь». Герой нашего следующего сюжета фильм не смотрел, но практически пошел по пути главного персонажа Иннокентия. Работать в детский сад молодой мужчина пришел по велению сердца. Воспитание идет из семьи, убедилась Екатерина Худякова. Энергичный, веселый, озорной. Дядю Вадима малыши сразу приняли за своего. Пока он единственный в регионе представитель сильного пола, который работает воспитателем в детском саду. Вадим Кацирис считает это своим призванием. По одному. А мне можно без мыла? Когда я пришла сюда, честно, я была очень удивлена. Как бы немножко представление, то есть воспитатель – это женщина, там, девушка, которая там, деткам находит подход. Ну, посмотрев некоторое время на Вадима Вадимовича, честно, я была поражена. Как бы я думаю, что многие воспитатели женщины, им есть чему поучиться. В детском саду Вадим работает всего несколько месяцев, но чем больше времени он проводит в такой компании, тем меньше сомнений по поводу выбора профессии. Молодой воспитатель ищет новые педагогические приемы, чтобы удержать внимание и интерес ребят. Старается для каждого маленького человечка быть близким и родным. Те дети, у которых нет, к примеру, отца, они больше и тянутся к мужчине. Вот. У нас есть такие детки, и действительно, они вот со всей душой, с любовью, трепетностью так относятся, приходишь, улыбаются, обнимают, не хотят уходить. Один мальчик вообще не хотел идти, я как-то заболел. Он не хотел идти в садик. Говорит, вдруг Вадима там не будет. По образованию Вадим – учитель начальных классов. Он окончил педагогический колледж, а сейчас заочно учится в университете по специальности психология. Говорит, что эти знания обязательно пригодятся в работе с дошколятами. В выходные дни молодой воспитатель приезжает в Пристинский район, чтобы навестить своих приемных родителей. Сейчас они все придут у нас. Родителей Вадима не стало, когда мальчику исполнилось 5 лет. Малыша определили в Ивановский детский дом. Осиротевшим ребенком заинтересовались супруги Михеевы из села Пристенное. Мама Оля до сих пор хранит в памяти первую встречу с мальчиком. Маленький, худенький, бледненький, такой сопливенький. Но все равно, вот, а вы знаете, я его взяла вот так вот за руку, и вот... Вот какие-то биотоки пошли. И вот я уже не могла от него отказаться. Ольга и Анатолий Михеевы смогли стать для Вадима, а также еще троих сирот, настоящими мамой и папой. Они научили их доброте, труду, любви к ближним. Сейчас они гордятся приемными сыновьями. Один из них в этом году поступил в военное училище. Вадим устроился в Курске, а остальные пока живут с родителями. Помогают по хозяйству, собирают первый урожай меда, готовятся к школе. И всегда ждут в гости любимых братьев. Екатерина Худякова, Андрей Дегтярев, телеканал «Сеем».